Добрый день! Сегодня у нас 23 июля, и я сегодня занимаюсь посевом маргаритки, потому что до конца июля маргаритку нужно отсеять обязательно, для того, чтобы на весну получились пышные, красивые цветущие кустики. О том, какие сорта я сею, я вам расскажу в следующем видео более подробно. Так же, как и виолу, я сеять буду покупные семена, я обновляю каждый год все равно частично, и свои семена. Свои семена тоже я покажу вам, с каких я собирала семена, с каких растений. В следующем видео это тоже будет. Ну вот так вот постукиванием мы рассыпаем маргаритку. Это покупная маргаритка, она дрожжированная, то есть семена более крупные, дрожжированные получается. А мои семена и те, которые не дрожжированные, вообще они у маргаритки мелковатые. Там, где у меня семена сомкнулись, я буду их опять-таки отодвигать друг от друга немножко, чтобы сильно густо она у меня не взошла. Маргаритку мы тоже будем присыпать слоем земли, небольшим, но обязательно тоже нужно ее присыпать. Всходит маргаритка, как и виола, где-то она 3-4 день после посева. Если семена хорошего качества, если они у вас свежие, то всхожесть должна быть на 4 день, на 5 уже должны появляться семидольки. Вот так выглядит посеяно. И теперь я приступлю к посеву своей маргаритки, своих семян. То есть вот так вот они, видите, тоже постукиванием рассыпаю я их. Хоть они такие мелковатые совсем, но землей тоже я буду ее немного присыпать. В следующих видео я вам расскажу именно какие сорта пользуются спросом. Маргаритка это особенно, некоторые сорта не очень как бы имеют пышные помпоны, поэтому надо обратить внимание, какие лучше брать сорта, я об этом расскажу. Также будем смотреть, как они будут сходить, что нам нужно будет делать после того, как они взойдут, чем подкармливать. Будем их растить до нашей первой пикировки. Заливаем присыпанную землю опять водой. Будем накрывать их пленкой. Можно ставить их под лампы, у кого есть возможность. Если нет, можно ставить их в темное место, но очень внимательно следить. Всходит она очень быстро, и поэтому, чтобы не прозевать, чтобы она не потянулась, нам надо ее поставить, потом будет светлое место. Что делать дальше, поговорим в следующих видео. До новых встреч. Пока-пока.